беспроводная модель, которую сложно потерять. В этом видео мы рассмотрим наушники Sennheiser CX150BT. Комплект поставки состоит из самих наушников, кабеля для зарядки, документации и 4 пар сменных амбушюр. Смотрим на наушники. Это беспроводная модель с проводом, обходящим шею. С таким проводом можно не бояться потерять наушники, так как провод удержит их при падении. Хотя при выборе правильных амбушюр наушники будут надежно сидеть в ушном канале. Также амбушюры влияют на изоляцию от внешних шумов. Чем плотнее они сидят, тем меньше шумов вы будете слышать. Помимо аккумуляторного блока, на проводе есть блок управления с микрофоном и 3 клавишами. На нем же расположен порт Type-C для зарядки. Пульт управления переключает треки, ставит музыку на паузу и отвечает на звонки. Наушники используют модуль Bluetooth 5.0 и поддерживают кодеки SBC и AAC. Они подключаются сразу к 2 устройствам и работают до 10 часов от аккумулятора. Полная зарядка займет 90 минут. Подытожим. Это внутриканальная модель для повседневного использования. За счет провода эти наушники сложно потерять, но мы не рекомендуем их для занятий спортом, поскольку тут нет защиты от воды.